как работает CPL-фильтр на комбо-видеорегистраторы PlayMe Mark. А в данный момент он установлен, и я произвожу его настройку. Если бы его не было, то у нас на панели бы вот так вот высвечивалась бы на самой картинке высвечивалась бы панель во время движения, когда мы двигаемся на солнце. Поворачиваю CPL-фильтр, и, как видите, у нас пропадает. Это очень удобно во время движения, когда мы случайно поворачиваем где-то. В этот момент может солнце попасть в объектив, и регистрационный номер либо автомобиль вот встречный не будет просто не виден на самой картинке видеорегистратора. С данным CPL-фильтром все намного проще. Видите, я изменяю его угол фильтра, и картинка сразу же меняется. В данный момент не видно.